Знаете, как чаще всего грабят автодома? Залезают через кабину. Потому сохраняйте, потихоньку начинается сезон, особенно пригодится при аренде. Для себя вы можете поставить вот такой замок в кабину. Но в арендованном автодоме, как правило, их не будет. И моих друзей на прокатном автодоме вот так чуть не ограбили. Повезло, что всех разбудила собака, хотя в тот момент дверь уже была открыта. Потому безопасность прежде всего. Пропускаем ремень безопасности через ручку двери, застегиваем и отодвигаем кресло до упора. Готово. Теперь даже если замок откроет, дверь открыть не получится.